Добро пожаловать на мой канал Комбатант. Всех интересующий вопрос: как же взломать Mortal Kombat Mobile в наши дни, так как день за днем становится взломать все сложнее и сложнее. Пофиксили уже многие способы взломов, многие баги и так далее. Сегодня с помощью нашего способа ты сможешь накопить за ночь от 40 тысяч душ до 50 тысяч душ реально. Но прежде чем начать, ты убедись, что ты подписан на мой канал, чтобы не пропускать крутые розыгрыши аккаунтов и душ. И не забудь поддержать ролик лайком и комментарием, чтобы он попал в топ. А мы начинаем сразу после рекламы. Если ты устал копить души, взлом это не твое, ты устал от мошенников, то обратись в TheApoMKShop. Только здесь ты можешь приобрести души, монеты, таланты, крутые аккаунты, прохождение башни и много-много другое по самым низким ценам. Качественно, отзывы от реальных покупателей, все реально. С помощью моего промокода ты сможешь получить за каждый свой заказ по 500 душ бесплатно. Дерзай, ссылка будет в описании. Итак, для нашего взлома, как всегда, нам требуется две приложения. Если у вас нет рутправ, это виртуальное пространство, которое подойдет на ваш телефон, и Game Guardian. Если вы не знаете, каких установить, пользоваться, то ссылка будет в описании, или же сейчас будет подсказка. Вы можете увидеть, посмотреть мой гайд и все делать так же. Итак, мы заходим в башню Шаукана. Если вы еще не прошли, то значения будут немного другие. Ну, то есть, если у вас аккаунт новичка и вы еще не трогали башню, то в процесс выбираем Mortal Kombat Mobile. И сначала нам нужно изменить характеристики наших персонажей для того, чтобы пройти. Но если у вас аккаунт слабый, то, скорее всего, вы не можете пройти его после уже определенных битв. И потом уже изменяем, например, 220, 180, 200, это значение Сирайрю. Он абсолютно есть у каждого игрока, даже у новичка, даже у профи. Он дается в начале каждому. Итак, после этого изменяем с помощью карандашика. Вы можете сделать любые значения, например, 1 миллион, 1 лям. То есть я буду делать все девятки, 9 раз буду нажать на цифру 9 и все. Таким образом у него будет дамага очень много и здоровье тоже. Вопрос: почему же я сейчас хочу пройти один уровень в башне Шаукана? Потому что мой аккаунт новичка, он еще не прошел. В нем еще не сыграно ни один боя и один круг не прошел. Поэтому, ребят, я прошел один уровень, и потом уже я буду искать свой уровень. Например, если вы уже один раз прошли, то вы ищете с помощью 10.09 и ваш текущий уровень. Ваш текущий уровень будет первый. Например, если вы стоите на втором уровне, то это будет 10.09.001. Из-за того, что упорядоченность цифр идет от 0 до 9, например, если вы стоите на 54 уровне, если вы еще прошли один круг, два круга, то пишите 10.09.503, будет минус 1, да? А если вы еще не прошли, то ищите с помощью 001001, да, если вы стоите на втором уровне. Если вы стоите, например, на 72-м, на 73-м уровне, то пишите 703703, упорядоченный, 21 и новый поиск. Если у вас найдет больше, чем 6 значений, то проходите один уровень и делаете отсев. Например, вы искали 703703 и прошли один уровень и делаете отсев. Просто отсев. Тройки меняйте на четверку и делаете отсев. И у вас найдет 6 значений. Первый не трогайте, второй меняйте, третий, четвертый не трогайте, пятый меняйте. То есть второй и пятый просто убирайте.
и 1, 3, 4, 6 с помощью группового редактирования меняете на 9 и обязательно их замораживаете. И после этого у вас будет бесконечно стоять финальная битва. С помощью вы сможете накопить души, монеты за ночь. Если вы оставите свой телефон с автокликером, то к утру уже, скорее всего, уже будете получить 40 тысяч, 50 тысяч душ. Но, конечно же, это зависит от модели вашего телефона и скорости вашего интернета, сколько он сможет тянуть спидхак. Например, мой сможет тянуть до 12x. И, короче, как я уже сказал, зависит от вашего телефона. Если ролик был вам полезный, то обязательно поддержите его лайком, комментарием, подпиской на канал, чтобы ролик попал в топ и чтобы не пропускать розыгрыши аккаунтов, душ и так далее. Всем спасибо за просмотр. С вами был Apollo Let's Play. Всем до скорых встреч!